Отопительный сезон в Ноябрьске завершат в будущий понедельник. Об этом стало известно на заседании Совета директоров в администрации города. Первый замглавы администрации Андрей Касьяненко отметил, что первым делом подачу тепла прекратят на производственных объектах, затем в квартиры горожан и, наконец, в образовательные и медицинские учреждения. Кроме того, по словам технического директора «Энергогаз Ноябрьска» Валерия Ольхова, основные гидравлические испытания пройдут как раз по окончанию отопительного сезона. Причем работы в основном будут проводить локально, поскольку в текущем году запланирован большой ремонт на магистральных сетях. О готовящихся отключениях горячей воды представители ресурсоснабжающей организации обещают информировать заранее.